кто я, кто я, кто я. Голубь заразил всех верхов, задирал, чтоб убить. Пошел, не пошел. Добрый день. Вы нормальный? Да, нормальный, а что? Ну ладно. Ну проверка. Проверка связи, как говорится. А то вдруг мало ли что. Ты чё, рыбу ловишь? Да, она легко ловит. Это же Вебл, куда он побежал? Ага, так. Я знал, да, что это судьба. Подозрительные вы. Ну чё, работаем вместе? Конечно, давай. Блять, пацаны, это я случайно нажал, я... Честно, ну короче, мисклик. Бывает. Да ладно, давайте, я давайте кикнем. Короче, давайте кикнем его. Мисклик, это был мисклик, пацаны, извините, это я нажал. Это будет легкая победа Додо. Если у вас это Додо, то не надо его. Просто убейте его просто. Кто Додо? Генка? Генка. Блять, 90% Додо, они в первом же раунде бьют в колокол. Знаю, вот, как да, да, поле да, играть. Да, что Генку просто убейте. Блять, там есть клик, говорил. Тогда убейте его. А кто за меня? Дело с концом. Ну ладно. У нас, наверное, шпион. За что меня убивать? Я говорю, мисс клик, блять. Пипец, блин. Как так? О, боже. Так, у меня что с интернетом? Подлагивает, пипец. Я уж думал, ты в туман уйдешь. Ужас. Я не могу. Можешь даже проверить, как первый раз. Я доверяю тебе, все нормально. Надеюсь, это взаимно. Кто знает. Ладно. А мы бежим. А как ты тут оказался? Пирожок! А пирожок прошел через вот эту вот дымовую завесу. Да. Все. Очевидно, то, что он. Я его только что снизу видел, а он уже здесь. Понимаете? О, черт. А только что кто вниз ушел? Я только что сюда пришла. А нас тут все черные, мужики. Грейт Тен. Запомнили черный цвет. О, взрывается. В смысле? Это Грейтан. Грейтан. Он типа бомбу передал. Я вообще-то рыбу ловлю. Грейтан. Да, он кричал там, вам, у вас бомба. Ты заметил, что ты рыбку. И он ушел вот сюда в туман. Там рыбка буквально ее за 5-10 секунд можно словить. Не, кстати, я лох, я не умею это проходить. А, вообще-то это Генка, игра, Генка, и во-вторых, понимаешь, мы не виновата. Скажи мне, а может у тебя там пирожки. Ой. Генка, 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 ты че меня хочешь? О, все, это пирожок, чувак. Пирожок заходил. Заходил, 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 пирожок, заходил. Я пошел голосовать. Пирожок. Пойдем голосовать, да-да-да. А мы бежим. И получается пирожок. Пирожок и Генка. Да, черный, пирожок и черный, Генка. Черный, пирожок и Генка. Пирожок и Генка. Пирожок и Генка. Пофигу. Да. Так, господа, что мы имеем? Получается, утка темного цвета прошла у нас дым. И, насколько я правильно помню, пирожок у нас тоже проходил сквозь дым, чтобы на рыбалку быстрее. Короче, то, что... да. Вообще-то да. Я только там заспавлю. Я вообще была где-то, не знаю где. Нет, Генка, я давайте прям с пирожка начинать. Не стоял. Ну, давайте, я заспавнила, все было бомбану пожирать. Короче, потом я пошла в... И там была где-то потом рыбалка. Всё, понятно. Иди нахрен. Подожди, на. Пошла или пошел Ло? Она нахрен. Пошла. Ага, понял. Так, что, у нас еще два нейтрала, хотел, да? Мужики. Мужики, у нас два нейтрала. Два скипа, два нейтрала, надо будет еще их найти. Опа, пирожок, полетим. Вкусно, наверное. Теперь вкусный Генку... пирожок, вкусный пирожок. Попробую еще всех зачихать. Нет, сама садишь. Пец. Бей в колокол, мужик. Бей в колокол сразу. У меня попыток еще рано, 10 секунд надо подождать, мы не можем. Я могу еще. Так, жми, жми, стой рядом с колоколом, не подходи никому. Хорошо. 4 секунды. Тут захуярят тебя. Давай, две, давай. Одна. Господин Генка, вы готовы принять свое наказание за то, что были в тумане? Ёжик в тумане. Я подрывник.
Ну все, давай. Ну ладно, бывает. Бля, подожди. У нас два только? Меня, честное слово. Беспалевная. Да, согласен. Карта полная дресня. Да я вообще ее не знаю, эту карту, блин. Я случайно, если честно, в этот туман попал, прикинь. Поменяй на песчаную. Подожди, а там можно? Там да, давай, давай, давай. Полностью что-то происходит, если менять, нет? Всех выбросит или? Ну, я просто... Да, не знаю. Ладно. Я попробую поменять. Я, да. Короче, птица Додо. Мне вообще не получилось поиграть. А, мы за ней пикаем, получается. Кикаем. Додо, я Додо, ребята. Мне не надо похуй кикать. Похуй. Да уже все вроде. Что? Да уже поздно, ребята. Плохой из меня вот этот заразитель, который чихает. Ты бы мог не говорить про Генку, заражал бы всех. Какой пидор, блять. Вот. Я не думал, что нейтральный тоже был. У меня из яичка. Вилли. Могильщик, вы можете опознать роль трупа. Вот в чем смысл могильщика? Я не понимаю. В чем смысл могильщика? Ну, распознает он трупа. Ну, и смысл. Смысл. Вот смысл роли в могильщике. Здрасте. Вот, я не буду это задание выполнять, пошло оно в попу. Там желтый, там смотри, там сбоку цвет. Слева. Такие цвета надо разбить. Да, такие цвета надо бить. А ты где? Куда я сейчас? Куда он исчез? Руслан, А, ну ладно. Где ладно, пойдем еще кого-нибудь убьем. Где мои трупы? Я хочу их вскрыть. Хочу их вскрыть. Мне кажется, кто-то есть здесь. Блин. Спасибо. Не за что. Это что-то за быстрая игра, блин? Че? Смысл. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Давай, капец. Людей подождем. Ну ладно, у меня всего два человека надо было захавать. Всего два человека, это вообще смешно. У нас мимик. Здравствуйте, господа, здравствуйте. Подходи, не подходи, не подходи. Страшно, страшно, страшно. Да почему ты бежишь туда, куда мне надо, боже? Да ты что за лоб? Пипяо. Да, я просто не знал, что это на букву R. Бывает. Чего? Есть подозрение, кто это? В смысле, ну, блять, я обычно на R блок перезаряжаю в CS. Так кто же? Давай, уважаю, уважаю. Уважение, уважение. Я, бля, я не запомнил его, блять, по лицу, но... Я практически все время был с красным, красный, может быть. Пока пропуск, я ничего не знаю. Да, да. Господа, давайте, давайте, блядь. Странно, что когда я туда господа, приходил, там был один труп, когда пришел господа, второй господа, раз, уже господа, бросайте эту два. Херню в CS. Встретимся, когда вас убьют. Call of Duty лучше. А зачем Valorant ты оттуда уходил? Круче. Пошли в CS. Valorant круче. Фу, блин. Пошли в CS. То, что трупы лежат... Overwatch круче. Dota 2. Все. Как у вас дела? Я не буду вас... Нахуй я тут. Ты Дода? Классно. Пипец. Класс, ну не убивай меня, пожалуйста. Не буду, ты хороший. Да. Задание в ванну. Убитым, допустим, Додо, там, не знаю, убийцы и так далее. Ну ты понял? Точно не я убийца. Ой-ой, пожар, боже. Кто ж там надел? Я туда не пойду. Ты пока что не заходи. Пока что не заходи. Красный, не заходи, красный! Нет, там один только, там один. Зайдем. Пацаны, отряд не заметил потери бойца. И яблочко песню допил до конца. Ну, блять, я вот иду по двору, нашел. А там чья-то тушка. А, ну, не в пожар. Забегал в библиотеку и тушил пожар. Ты что-нибудь заметил?
Я в библиотеке был, я ничего не видел. Мы со скухом разошлись. Это точно не воробей, я видел воробей. Еще кто-то был трещин. Рядом был только я и скуф. Я в кабинете был снизу. Я не заходил вроде... наверх. Возможно, в дыму сбоку. Кто-то был. Хотел меня грохнуть. Я думаю, это GRT, а он, блядь, хитрый, потому что. Может, давайте. Ой, хитрый! Скип. Пока пропуск, я не знаю. Да, пока скип. У нас еще сколько раз? 2, 5, 6. Ладно. Я скорее прикольно. А, да ладно. Охуенный скип, пацаны. Давайте пропуск. Спасибо, я могил. Гениально. Как хорошо быть не убийцей, ведь хочется поубивать. Только не убивай, пожалуйста. Убийцы друг друга не убивают. Убийцы друг друга не убивают. Убийцы друг друга не убивают. Люблю людей пугать. А, подожди. Здрасте. Мы напарники, помнишь? Меня не надо, я помню, кто ты. Я тебя не сдам, не боись. Хорошо живет со мне. Как же хорошо живет со мне. Как же хорошо живет со мне. В теплом коридоре. А че это подозрение? Здрасте. Здрасте, здрасте. Пожар. Здрасте. Кафа. Как так? Как так? Победили утки. Грей, ну ты предал. Идеально. Спасибо, мне. Знаменитость, значит, да? Знаменитость. Как хорошо быть знаменитостью. А чё это мы тут стоим? Дамбра, играю я на дамбре. Я знаменитость, меня не трогайте вы. Не-не-не-не. Я знаменитость, и ей быть очень хорошо. А, блин, чего? Это в другой стороне мужа. Я думал, это пожар. Это город такой. Насос это тут. Да. Стойте. Я знаменитость, ура. По-моему, тут просто один вентиль надо повернуть и все. А, ну все. Ты знаменит. Да. Разложить ножи. Ну ладно, пойдем. Ну. А? В смысле? Бомба блядь, тикает! В смысле тикает? У кого-то пачка. Пипец. Взяли знаменитости, бомбу положили. Ну вот кто это был? Я даже не заметил. А? Такие моменты лучше не петь. У Кокоша ты не заметил. А в чем смысл быть знаменитостью? Ну все узнают, что тебя убит. В смысле готово. Кому-то очень сильно нравится насос. Скажите на милость, кому я очень сильно нравится насос, признавайтесь. А, там нужно потом еще левый вентиль повернуть, чтобы не отравленная вода пошла. А, ладно. Грей, ну ты предатель. Ой, в смысле? Голубь. Вот, блядь! Ну, все знали, что он сервей. Просто изи! Какая же ты жопа. А, уберите вообще голубь дырявую. Он поел. Вообще, блин, ну, говно. Кого убрать? Еще ни одного топа не зарекордили. Доверяй после этого ему, да? Шериф. Я ему не доверяю. Сейчас опять попью. Я ему просто вообще. Добрый день. Здравствуйте. Сатурн. А почему вы черный? Себя. Вот а кто спрашивает? Кто из вас хочет быть обезопасенным от пеликана? Кто спрашивает? Я не хочу. Меня. Ну... обезопасенным не будет. Я хочу быть обезопасенным. Ну как, не обезопасенным, а отомщенным. Да за ж... Пацаны, ну это пиздец, просто массовое убийство на кухне. Я видел, это не самоубийство. Это самоубийство. Кто убил?
Ты хочешь сказать, ну, двое рядом померло. Это самоубийство. Самоубийство это по славу религии. Напороться наверняка это и... мог быть шериф. А шериф что, конченый, блядь? Он ну, это шериф. Нет, ну, это не шериф, либо что он во славу религии совершил жертвоприношение человека. Не... мафов слишком много, а вы тупые. Да. Не, мафов немного. Боже, ладно. В общем, всем скажу, что черный могильщик, черный могильщик, черный могильщик. Гусь. Здрасте. Добрый день. А вы кто? Ну? Прошу, не умирайте. Ага. Живите. Я хочу, чтобы вы жили. Так оно долгое просто. Оно просто стоит и стоит. Ну вот. Ты включил, и оно просто стоять будет, и все. Понимаете? Да. Подожди, ты что, мой охранник? Ну, в какой-то степени. Просто хочу поохранять вас. Ладно. Хотя мне кажется, ты это охранник. Пипец. Либо охранник, либо я твоя цель. Да, вот сейчас дружно к насосу побежим. И побрю. Все, насос! Отсос. У меня ванна готова. Я за ванну. Я искал вас, вы не туда пошли. Ой, извиняюсь. Кибара, ну вот чем я тебе так понравился? Не успел, ну зачем? А, это красный, это красный. Он появился из ниоткуда. Без чата, что ли? Ребят. Это красный, давите красного. Давите просто красного. Можешь мне, верьте мне, давите красного. Пожалуйста, минуточку внимания. Давите красного. Простите, можешь мне минуточку внимания? Черный это детектив. Да пофиг, давите красного. Давите. Он без объяснений говорит красный. Ладно, но ну, давайте дальше. Черный могильщик. Желтый на тебя могиль. Это на тебе весельчак. Короче, черный могильщик, черный могильщик. Черный могильщик, пожалуйста, трупы не репортите, говорите черному. Боже. Пэм. Здрасте. Что? Ты убил его? Нет, это был не я, это был. Зачем? Нет, это был Грей. Зачем ты его убил? Что? Это был Грей. Что? Ты только что мимо него пробежал и убил его. Это был не я. Это я нет. Не... Что? Кто? Это нет. Я в Я ФК кто? Сразу. Это был не я, нет. Если меня... А кто это сделал? А кто это... Я вернусь туда обратно. Блин, всем... Тут убили, боже. Есть подозрение, кто это? Чё все молчим? Вас всех замутили, да ну на. ХЗ. Там кто-то сказал, что труп чекнул. Ну, как бы... Чёрный, ты же чекнул. А вы чё, усмирили, что ли? Это точно не я. Я... Там много людей было. У тебя голос смешной. Пи-па-па-пори-па-па. Ура! Эй. Ура! Как? Винкс, только вместе мы сильные. Давайте кикнем пропуск, он заебал. И всегда устремленные. Победе!
Ну не меня, надеюсь, меня и мне не надо кикать, я пропуск. Пожалуйста. Твое имя спасибо. Не выглядит как пропуск. Ну, только один согласился меня кикнуть. Я жив, я жив. Убил всех, но я живой, этот спасибо. Один согласился со своим тезисом. Блин, так классно. А где Грей? Где Грей? Где Грей? Где Грей? Где Грей? Гусь, подозрительно, хватит за мной ходить. Я буду за вами, я буду за всеми вами ходить. О боже! Так, ну значит, мне в прошлом раунде заглушили. А, розовый — это птица Додо, орлих — это инженер. А еще. Желтый — прикольный голос. У тебя, кстати, тоже голос теперь неплохой. У тебя теперь тоже. Да. А, у меня? А, стойте, со мной был рядом этот, кто там? А, со мной рядом был Грейтан. Грейтан, это он. Меня с тобой не было, что врешь? Грейтан был рядом со мной перед тем, как свет вырубился. Грейтан рядом был со мной, когда свет вырубился. Что ты обманываешь? Меня не было рядом с тобой. Да конечно. Я не могу подтвердить или опровергнуть. Тогда пропуск. Да какой пропуск? Это Грейтан! Он рядом со мной был. На смарт, наверное, который притворился. Грей! Ура! Ура! Нет, Грей! Ура! Утро! Ой, Роблокс! Роблокс, да. Ой. Жесть просто. Ну, он был нормальным, ну, понятно. Ну, я убийца, но мне-то чё, мне норм. Мне убийца, но мне норм. Я позвонил в колокольчик, потому что сейчас все плохо. Среди нас есть убийца, и кто-то он. Но это точно не я. Соглашусь. О, тебе голос вернулся. Значит, ура! Грей, да, Грей, значит, был, он им был. Тогда кто предатель? Какашка какая-то, но мне кажется, это темно-зеленый, он защищал Грейтана. Я не защищал никого. Точно. Ну-ка, интересно проверить. Так я не защищал никого, лол. И вообще, это желтый, потому что он тоже защищал. Тоже, значит. Бегите, колокольчик, если сейчас игра не закончится. Ха-ха, что это было? Все, легко и просто. Из меня плохая. Блин. Чуваки, почему вот видите, ты... слишком разные состав. Я вообще не понимаю, как вы победили. У вас было всего 3 опыта этих. Сделайте я меньше. Убил, мафов. Меня никто не обвинили, пипец. Вам мафы сделать?